Мы находимся на неделе российского ритейла. У нас в кадре представитель крупной сети магазинов «Семья». Расскажите про цели вашего присутствия сегодня на форуме. Ну, главная задача – это обменяться опытом с коллегами, узнать много нового для себя. В части технологий, управления торговым пространством, IT-технологии, программы лояльности, цифровизация ритейла. Ну, вот эти темы привели не только меня, но и моих коллег на форум. Расскажите, пожалуйста, про контент деловой программы. Что вам особенно понравилось? Ну, очень насыщенный контент, может быть, даже чересчур. Одновременно хочется быть на 3-4 площадках, и на самом деле проблема существует, как все это охватить. Больше всего мне интересна тема IT, поскольку смена товароучетной системы для нашей сети – это приоритет текущего года, поэтому стараюсь посетить площадки, которые связаны с IT-технологиями в ритейле. Расскажите про последние тренды ритейла. Ну, последний тренд, мы все знаем, наверное, это персонализация. Персонализация как в продукте, так и в ассортиментной матрице. Достигается это в первую очередь за счет программ лояльности, за счет автозаказа. И для нас очень важно донести эту историю для поставщиков, поскольку это другая упаковка, это другая фасовка, это тема ЗОЖа в любой категории тема ЗОЖа, хоть фуд, хоть нон-фуд. И для нас очень важно эти тренды доносить до поставщиков, поскольку их товар на нашей полке. Спасибо. Спасибо большое. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.